Раз, раз. Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Моя группа Cocktail Project. Меня зовут Ангелина Сергеева. Сегодня для вас лучшие музыканты города Нью-Йорка, например, вот барабанщик Ростислав Чудотворцев Молдавский. Сергей Урюкин сегодня у нас на гитаре волшебный. Ну и, конечно, Михаил Киселев, мульти, пока не миллионер, мульти-музыкант. Ну и я. Sei calda con gli baci che ho perduto, si piena di un amore che ho passato, il cuore mio vorrebbe cancellare l'estate. So che un giorno chi scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso non c'è sola con furore, tornerà. Thank you.
Сейчас август. Мы сегодня выбрали достаточно летние песни. Вот первая песня, она называется «Лето». А вторая песня всем очень хорошо известна, поэтому даже не знаю, можно петь вместе. Танцевать. Lejos de ti.
отправляем в отпуск. А Ростислав туда подсохладаски ушел. Сергей Рюпин, гитара. Как это? Конги? Конги, извините. Ростислав Чудотворцев-Молдавский, Конги. Настоящая звезда. Следующая песня тоже из горячей Португалии. Наш чудесный Сергей Рюпин очень хорошо сейчас передаст вам вот этот запах Лиссабона, а я постараюсь почувствовать и передать вам песню «Фабро». Abra cura.
Бригаду! Точно. А бригада. Надо учить язык. Но сейчас прозвучит моя авторская песня. Написана она под впечатлением от Монмартра. Сейчас услышите. Нам прям очень хорошо с вами, даже несмотря на то, что вас не очень хорошо видно. А мы сейчас продолжим горячий испанский танец. Сейчас Ростислав нам станцует. Давай. Давайте продлим людям отпуск. У кого-то вообще не было. Thank you.
Интересно и волшебно слышать, когда поют песни, написанные мной. И, конечно, очень приятно, что людям нравится, и они просят. Я хочу сейчас пригласить на эту сцену чудесную, волшебную Полину Махно, которая рискнула спеть песню, написанную мной. Спасибо. Добрый вечер. Мне очень приятно, на самом деле, вернуться практически из декрета вот в таком вот амплуа сегодня на этом концерте. На концерте невероятно чудесной, удивительной певицы. Мне кажется, это одна из самых чутких, самых нежных просто артистов и вокалисток на нашей эстраде. И я тебе говорю огромное-огромное спасибо за то, что ты дала возможность и доверила мне свою такую прекрасную песню. Тебе спасибо. Thank you.
собой, я не хочу терять свой сон. Но на самом деле очень сложная песня, песня заклинания. Как она из меня, не знаю, вышла. Меня саму всегда после нее немножко. Ну что, сейчас вы слышите очень известную песню в версии чудесного Михаила Киселева. Приглашаем на эту сцену
настоящего рокера, человека без правил, просто Михаил Сану зашел на ковер. Сейчас будем подстроиться. А, не говорите. Михаил Санок родился в 1985 году в семье хореографов. Поэтому у него такие стройные ноги. Вот, и он еще очень прикольно прыгает, когда играет. Как он это делает, мы до сих пор не понимаем.
Сейчас немножко на стадионе, да? Я себя почувствовала. Спасибо. Спасибо. Вы так слушали. Надеюсь, что вам понравилась моя песенка. Ну, все, закончили сейчас с фолком. Мы понимаем, что мы находимся в клубе Алексея Козлова. Давайте сыграем что-то более такое. Да? Я таким, но не ты. Будешь правильным, добрым и милым. Знаю, знаю.
хочу тебя обнять сейчас. Закрывай любовь, мне так тепло с тобой сейчас. Какая сейчас будет песня. Очень люблю итальянцев, итальянский язык, но не люблю итальянскую, как это назвать, Михаил, помягче, итальянскую расхлябанность. Просто мы тут летали на Сардинию в недавнем времени, и они посеяли наш баян, но они совершенно чудесно улыбались, смотрели, давай, да кого, все нормально, все хорошо, все придет, ничего не пришло, естественно. Все пришло только в Москву, но итальянцев я люблю их язык. И сейчас хлебну водички и спою одну из моих самых любимых песен на итальянском языке. Quello che ti voglio dire, voglio scrivere dentro una canzone. Ma sono anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra frase delusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore, ore, ancora ore e dirti tutto di me. Ma quante volte vuoi baciare qualcosa che mi blocca e non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con i pantaloni neri, come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quelle scuole se non ti sentivo mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire e mi piace per davvero. Thank you.
Спасибо. Я не буду спрашивать по поводу танцев. Кто-то сейчас станет и станцует, но просто предупреждаю, сейчас будут две танцевальные песни. Если вдруг у кого-то возникло желание, немножко даже на стуле, мы вот вообще не против. Вот прямо за. Да, Михаил? Еще одна, и потом все. Да, все. А что вы думаете? Перерыва не будет. Утром хочешь сыграть? Завтра утром?
все решили, что сейчас надо сыграть медленную, потому что жарко, да? Вам, наверное, там прохладно, у вас кондиционеры работают, а у нас прилипло. Простите за подробности. А следующая песня, ну, тоже авторская, как вы понимаете. Она такая блюзовая, сексуального содержания. Iron B. Давайте, Ростислав. Что ты достаточно жутко.
отлично, с вами сегодня очень круто. Какой-то только не июнь начался. Вот так вот круто. Группа «Такой Project», Михаил Санов, гитара. Ростислав Чудотворцев, молдавские барабаны. Михаил Киселев, мульти-мульти-мульти, электронный баян. Ангелина Сергеева, вокал. Не знаю, будем что-то петь еще, нет? Да. Да что ж такое? Вот каждый раз концерт, всегда сидит один какой-нибудь человек, который говорит: «Дельтаплан давай». Какой дельтаплан? Это авторский балансер. Давай авторский дельтаплан, который Артемий, да, написал. Я не знаю, мне кажется, люди против. Да, я тоже не хочу. Давайте дельтаплан. Отделаемся, да, легким испугом. А потом дым, да. Нет, подожди, это уже слишком. Люди завтра на работу. Ой, здорово, что вы не хотите уходить, это же вообще прекрасно. Будем играть.
назло. Играла группа, как тот Project. Сергей Рюбин, гитара. Михаил Сапон, гитара. Называется «Дым», и разойдемся без по-хорошему, да? Песня «Откровение». Ты в роли героя, а из Бога смотрящий. Ты позволял, я подстроилась. Но небо все в тучах, я успокоилась. Каждый день капелька нежности, каждую ночь неизбежности. Мы ждали друг друга, теряли. Нет, не закрывай глаза, послушай тишину, послушай, что она споет нам. Ты не бойся, я с тобой, держу в своих руках. Я то, что называется любовь. Ты всегда прости, я не спасу тебя. Свет своей
благодарили вам нашу энергию и любовь, потому что это было абсолютно искренне и чистое сердце. Приходите к нам почаще. Мы что-то новенькое будем для вас готовить специально. Пишите ваши мнения, комментарии, находите нас в соцсетях. Ангелина Сергеева, я везде есть. Нам правда это очень ценно, очень нужно. Мы вас очень всех любим, обнимаем вас всех, целуем и желаем вам прекрасных летних дней еще много-много-много. Группа «Коктейль Проджект» Ангелина Сергеева сегодня для вас. Лоб козла!